Салют, уважаемые друзья, любители спорта. Хочу познакомить вас с отличным спортивным комплексом, который находится в Белорусском государственном институте физической культуры и спорта. Погнали! В спортивном комплексе. Это председатель. Будьте добры, представьтесь. Меня зовут Андрей Викторович Шушко. Я являюсь председателем клуба плавания БГУФК. И сейчас мы находимся в плавательном бассейне Белорусского государственного университета физической культуры. Это новый высококлассный бассейн, который мы вам сегодня покажем. Скажите, Андрей, пожалуйста, вообще сколько тут спортивных залов, что тут вообще, на что поставлен акцент тренировочного процесса и всего спортивного комплекса? Здесь находится более 10 залов, не включая наши бассейны, где занимаются национальные команды по водным видам спорта, зимним видам спорта, но и разным олимпийским, неолимпийским. Спортсмены у нас готовятся к разным соревнованиям. У нас есть тренажерные залы, хореографические, батутные. Ну и, конечно, главная чаша – это бассейн. Отлично. Ну что, проведете нас, покажете вообще весь спорткомплекс, какая вообще тут структура спортивного сервиса? Да, конечно. Я думаю, мы начнем с самого главного – с бассейна. Понеслась? Пожалуйста, что здесь вообще, какие спортивные секции? Сейчас у нас проходят занятия, как вы видите, по плаванию. Тренируются наши спортивные группы клуба плавания БГУФК, оздоровительные группы, детки, которые только начинают плавать на большой воде и учатся на ней держаться. Но они понимают, что под ногами у них ничего нет. Ну и, конечно, наша главная национальная команда, которая тренируется, готовится к международным соревнованиям. Как и основной состав, так и переменный. Рядом с ним тренируется главная паралимпийская команда, которых чемпионов по всему миру мы знаем, это Игорь Боки. Также мы можем посмотреть, у нас тренируется национальная команда по синхронному плаванию. Через некоторое время к ним присоединятся спортсмены по прыжкам в воду. Как видите, у нас комплекс заполнен, и он работает без отказа на благо нашим спортсменам и нашему обществу. Отлично, пойдемте дальше. Пойдемте. Я в восторге, вообще бассейн просто потрясающий. Я такого крутого бассейна в городе Минске в реальности ни разу не наблюдал. Хожу постоянно тренироваться в другие бассейны, но это просто высший класс. Сейчас мы посмотрим, как у нас тут синхронное плавание жизни дает. Девчонки, просто высший класс. Да и прыжки тут у нас с вышки. Супер. Андрей, будьте добры, подскажите, что в этой части бассейна здесь проходит? В этом части бассейна проходят тренировки по синхронному плаванию, по прыжкам в воду. Также здесь проводятся тренировки в свободное время у спортсменов водного пола. Также проходят соревнования по водному полу и вышеназванным мероприятиям. Круто! Let's go.
смотрю, тут вышки, трамплины такие нешуточные, реальные. 3, 5, 7 и 10 метров. Куда мы сейчас направляемся? Мы сейчас идем в спортивный зал, где наши спортсмены и подрастающее поколение занимаются на сухой воде плаванием. Сейчас мы направляемся в маленький бассейн, как говорится, мелководье. Оказывается, тут два бассейна. Андрей, у нас два бассейна, оказывается, в спорткомплексе? Да, у нас два бассейна. Перед тем, как попасть в большой бассейн, дети должны научиться плавать обязательно в маленьком. Пойдемте. Посмотрим. Сколько метров он? 25 метров бассейн. Какая глубина? Глубина от 80 сантиметров до 1,20 сантиметров. Какая возрастная категория здесь занимается? Возрастная категория занимается от 5 лет, но также разрешается плавание детям с родителями, где дети меньше 5 лет. Плавать нравится? Как ты умеешь? Давай. О, красавчик, молодец. Крутой пацан. Ну что, уважаемые зрители, если ваши дети желают плавать, то здесь есть маленькая вода, отличный бассейн для маленьких детей. В то время, когда взрослые могут плавать в большом бассейне, который был у нас в предыдущем кадре, здесь ваши дети одновременно могут заниматься и обучаться плаванию. Класс! Совмещаем взрослых и детей. Все компактно, в одно время. Где мы сейчас находимся? Сейчас мы находимся в тренажерном зале плавательного бассейна, где ребята занимаются, развивают свои силовые показатели. Как я вижу, это небольшой тренажерный зал, да? Да, это небольшой тренажерный зал, но есть все необходимое для занятий, главное желание. Как я наслышан, правда ли это, что здесь два тренажерных зала? Да, здесь есть два тренажерных зала. Это был какой, маленький или большой? Да, это был маленький небольшой зальчик. Сейчас мы направляемся в более большой тренажерный зал. Да, большой тренажерный зал. Отлично, посмотрим. Добро пожаловать. Отличный спортивный зал, все новое, все вообще такое укомплектованное, вообще очень комфортно, очень приятно здесь тренироваться. Открою вам правду, я сам здесь тренируюсь. Ну что, побывали мы в плавательных бассейнах, куда мы сейчас направляемся? Сейчас мы идем в батутный зал, где у нас занимаются спортсмены на суше по прыжкам в воду и фристайлисты. Ничего себе, тут даже такое есть? Есть. Крутяк, сейчас посмотрим. Ну что, друзья мои, вот мы и попали в батутный зал. Да, мы попали в батутный зал нашего плавательного бассейна. Вы можете видеть здесь и прыжковые ямы, и трамплины для прыгунов в воду, и батуты для фристайлистов. Также у нас здесь занимаются и команда по черлидингу, одна из лучших Вау. Команд в нашем университете. Так что, если вы пришли в наш вуз за координацией, добро пожаловать сюда. Отлично, супер. Двигаемся дальше. Пойдемте. Андрей, а что за доска почета такая? Это доска подсчета нашего центра олимпийской подготовки по водным видам спорта. Да, у нас в здании находится республиканский центр по водным видам спорта. По соседству Белорусской Федерации плавания.
Говорят, у нас тут есть восстановительный центр. Да, у нас есть медико-восстановительный центр. Я как смотрю, Андрей, тут есть спа, контрастные ванны, парикмахерская, солярий, массаж. Что тут вообще? У нас уже есть все эти кабинеты, необходимое оборудование. В скором времени мы будем запускать данное направление, и в нашем бассейне можно еще получить необходимые процедуры и отдохнуть душой и телом. Молодец! За лучший результат! За лучший результат! Красавчик! Кружку вручаем! Молодец! Так ты у нас вот чемпион? Молодец! Так держать! Ну что, Андрей, давайте подведем итоги. Вообще, скажите, пожалуйста, какие планы на дальнейшее развитие вашего спортивного клуба и бассейна? Планы, как говорится, все мы раскрывать карты не собираемся, но я хочу сказать, что мы с каждым разом готовы становиться сильнее. Наши ребята, спортивная группа, нацелены показать высокие результаты даже уже на ближайших международных соревнованиях в Эстонии. Ну а наша национальная команда, национальные команды по водным видам спорта также нацелены на победу и на успех на мировом уровне. У нас зажигаются олимпийские звезды. Ну, ни пуха вам, ни пера. К черту. Всего доброго, благодарю вас. До свидания. До новых встреч. Отличный спортивный комплекс, просто шикарный спортивный комплекс. Очень свежий, очень хороший, очень приятный. Тренироваться здесь просто одно удовольствие. Я сам лично прихожу сюда, занимаюсь спортом, плаваю, в тренажерном зале занимаюсь. Вот. Просто супер класс. Рекомендую вам, посещайте этот спортивный комплекс, и вы останетесь довольны. Это, я считаю, самый лучший спортивный комплекс вообще в Республике Беларусь. И не забываем, что один из самых главных партнеров спортивного клуба плавания — это спортивный магазин Big Sport. Да, это мой спортивный магазин Big Sport. У нас огромный ассортимент спортивных товаров. Единоборство, фитнес, тяжелая атлетика. Также есть у нас товары для плавания, туризм, все что угодно для здорового образа жизни. Занимайтесь спортом, и вы будете здоровы, потому что спорт – это основное лекарство всего человечества. Ставим вас в известность, что в городе Минске есть отличный спортивный магазин Big Sport. У нас огромный ассортимент спортивных товаров. Фитнес, единоборство, тяжелая атлетика, товары для плавания, для туризма. Все, что угодно для здорового образа жизни. Три основных отличия нашего интернет-магазина от других интернет-магазинов. Первое. Это у нас огромный ассортимент спортивных товаров на нашем сайте. Второе. У нас присутствует самовывоз. Вы можете прийти, посмотреть, пощупать, оценить товар и довольны уйти. И самое главное, это наши консультанты. Консультанты, профессиональные спортсмены, которые плохого вам не посоветуют. Вы останетесь довольны покупками. Ждем вас! Так что, друзья мои, не забываем подписаться на мой канал. Я вас уверяю, дальше будет очень много полезной и хорошей, интересной информации. Подписывайтесь на мой канал, подписка вот здесь вот, не пожалеете. Здоровья всем и побед! Погнали дальше!